В доме музея Ленина в кабинете Ильи Николаевича Ульянова на столе хранится письменный прибор на мраморном основании. Он состоит из двух стеклянных чернильниц, бронзового колокольчика с рельефной поверхностью, двух подсвечников, пресс-папье и лоточка для перьевых ручки карандашей. Это подлинные вещи, которые принадлежали директору народных училищ Симбирской губернии Илье Николаевичу Ульянову. Под руководством Ильи Николаевича сплотилась целая группа учителей, которая придерживалась его взглядов на образование. Их называли ульяновцами. Именно они подарили этот письменный прибор Илье Николаевичу 11 ноября 1880 года в день 25-летия его педагогической деятельности. Рядом с письменным прибором лежит странный предмет, который очень напоминает детскую поделку из драпа. Это перочистка, служившая для чистки стального перышка, которому прилипали различные волоски. Ее преподнесла музею Вера Васильевна Кашкадамова, учительница. Она была частым гостем в доме Ульяновых, и именно она поддержала Марию Александровну в самые трудные периоды ее жизни.